Я надеюсь, что сейчас будет очень хорошо все со звуком, потому что у меня на заднем фоне мама разговаривает и работает телевизор, так как я живу не один, и у меня все очень хорошо. Блин, да не шумите вы, сука. Итак, всем привет, дорогие друзья. Видео на канале не было уже две недели, и вы могли подумать, что я уже сдох, но нет. Я все еще жив. Конечно, можно спросить, где же я был? Но ответ очень прост. Очень прост. Я даже специально для этого короткого разговора написал целый сценарий, чтобы не было пробелов в этом видео. Если честно, то я хз, о чем этот видос. Ну, относиться к рубрике не до разговора, где я, как всегда, жалуюсь на насущные проблемы и говорю, какой я несчастный. Но, ёпт, так неинтересно. Весь смысл в том, что через 2 месяца у меня начнутся экзамены, делать видео мне все сложнее и сложнее. Плюс ко всему, я не пытаюсь сделать какую-то несмешную парашу. Я делаю, по крайней мере, пытаюсь, хуйню, от которой можно хотя бы улыбнуться. Я бы, конечно, мог выкладывать видео наподобие... Блять, я сейчас смотрю аниме и делаю запись. Это гениально, просто пиздец. Тогда у меня вообще пропадет аудитория. Которой у тебя нет, лошара. Сука, заткнись, блять. Так вот, к чему я веду. Есть у меня такая вкладочка на канале, которая называется «Интересные каналы». Переходя на нее, вы можете увидеть дивный мир таких же горе-монтажеров, как я. Только у них все получше будет, ну ладно. Это не реклама. Мне за нее никто не платил. Она стоит 10 рублей. Почему 10? Так, такую маленькую сумму денег потерять не жалко. А реклама маловероятно окупится. Потому что у тебя нет аудитории, лошадь. Заткнись, блять. Внесу маленькую поправочку. Простите за качество микрофона, просто я записываю без обработки именно вот это голосовое сообщение, которое полная хуйня. Рекламировать каналы я буду только те, которые мне действительно понравятся. Я не буду рекламировать то, что, допустим, практически не имеет своей аудитории, или не владеет каким-либо монтажом, или и прочее, короче. На этом я все сказал. Всем удачи, пока, arrivederci, goodbye. И что-нибудь напишу, я не знаю...